Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас рубрика Мираторг. Вот такие вот снеки, называются Corn Dog. Приобретались в магазине красно-белое за 149 рублей. Упаковка у нас 250 грамм, небольшая, ну и ценник небольшой. Вообще Corn Dog я пробовал в фастфуде, это вкусная такая штука. Посмотрим, что здесь у нас. Давайте посмотрим составчик. Ищите вкусный снэк для домашних перекусов, пробуйте Corn Dog от Мираторг. Сочная сосиска в золотистом румяном тесте. Это эффектная горячая закуска, которая определенно произведет фурор. Интересно, интересно. Так, где у нас составчик? Итак, изделие кулинарное из мяса кур, панировано, запечено, заморожено. В состав у нас входит следующее. Изделие колбасное вырано из мяса цыпленка бройлера, охлажденные сосиски. В составе даже филе цыпленка бройлера, даже филе свинина замороженная, и белок молочный, меланж, смесь нитритно-посолочная, загустители, агент желеющий хлорид калия, антиоксидант, ну так понятно, химоза всяких, специи, сушеный молотый кориандр, перец белый, усилитель вкус, аромат, глутамат натрия, один замещенный, консервант, ацетат натрия, краситель. Сухари панировочные, состоящие из муки пшеничной, дрожжи, масло растительное, подсолнечное, смеси панировочные, мука рисовая, соль, опять специи, дрожжевой экстракт, ну как-то вот так. Короче, здесь курица и свинина. Значит, по калорийности, что-то пока здесь я не вижу, произведено все это дело в России, на заводе Мираторг. Калининградской области. Так, значит, вот, на 100 грамм продукта у нас 8,8 грамм белков, 27,7 грамм жиров, 10 грамм углеводов и 325 килокалорий. То есть пачка почти на 1000 килокалорий, 50 грамм, неплохо. Значит, рекомендация приготовления в высокой печи или на сковородке. Значит, 3 минуты на 800 ватт. Ну, сейчас сделаем. Ну, размер, конечно, очень смешной. Я понимаю, что небольшие минисы, но это вообще... это типа корн-дог. Смешно, смешно. Ладно, давайте греть. Ребята, приготовили, пахнет вкусно. Копчености, такие вот крошки стали, они мягкие. Давайте дегустировать. Слушайте, а вкусненькие. Ничего такого сложного, но приятный вкус сосисок такой. Подкопчененький, с дымком. Панировочка тоже приятная. Честно, ожидал хуже. Но весьма неплохой перекус. Довольно вкусно, реально. Особенно какая-то закуска, там, не знаю, к пиву, например, что-то еще. Вообще зайдет шикарно. Очень быстро, просто и недорого. Очень вкусно сделали. Мираторг молодцы. Реально. Залетает просто на ура. Хороший корндог. Ребят, ну это топ. Это топ. Ребята, в общем, я готов сделать оценку. Реально, получают они твердую пятерку. Очень вкусные, дешевые, приятные. Легко приготовить, сытно, вкусно. Вообще топ. Поэтому твердая пятерка за свои деньги, берите, не пожалеете однозначно. На перекус такое, что-то под закуску, отлично зайдет. Мираторг молодцы.